Всем привет! Сегодня мы рассмотрим гитару Fernandez Revolver XDMG. Данная гитара сделана из дерева ольха, корпус, крепление грифа на 4 винтах, гриф клен, накладка на гриф палисандр 24 лада, два хамбайкера, бридж Floyd Rose, работает как на понижение тона, так и на повышение. Ручка громкости, ручка тембра и трехпозиционный переключатель. А в данном видео мы используем комбик Бугера Vintage 55 и снимаем звук микрофоном Shure SM57. Давайте теперь послушаем ее на дисторшене в бриджевой позиции. Послушаем среднюю позицию оба хамбайкера. А теперь послушаем, в третьей позиции работает нековый хамбайкер. Теперь послушаем на чистом звуке в бриджевой позиции. Оба хамбайкера. И третья позиция работает нековый хамбайкер.